Всем привет! И сегодня у нас снимается видео, следующее видео. Подарки от подписчика. Еще одна коробочка. Это не посылка. Лично встретились, мне передали. Коробочка тяжелая, весит, наверное, 2,5 килограмма где-то. Просто коробка не запечатанная. Я даже не открывал. Давайте-ка откроем, что там у нас интересного. И это действительно подарки от подписчика. Никакие не мои железяки, ничто я не покупал. Так, открываем. Так, что это у нас здесь такое? Так. Вижу оперативку. Так, здесь у нас какие-то запчасти. Шлейфы, проводки. Так, кстати, подписчик сказал, занимался ремонтом телефонов. Сейчас уже этим не занимается. Ну и вот, отдал, что у него осталось, что уже не нужно. Есть куча всяких запчастей от телефонов, скорее всего. Так, здесь у нас аккумулятор. Аккумулятор у нас, кажется, от айфона. Вроде как. Ну, возможно, здесь лежит старый от айфона. Который уже какой-то не очень хороший. А новый поставили в айфон. Так, вот это что такое? Я толком не понял, что это за штучки такие. Похожий, кстати, на сеточку тоже от айфона. Может быть, это и есть. Для динамиков. Какие-то наклейки. Ну, все. От ремонтов телефонов. Есть какие-то болтики. Так, я вижу, телефон там лежит. Вижу телефон. Есть какие-то запчасти. Всякая, короче, мелочевка. Это понятно. Так, оперативная память для компьютера. Вау, целых 256 мегабайт. Вот за это большое спасибо. Так, оперативка пригодится. Так, вот это что такое, я даже не пойму. Размером с iPhone. Вау, с iPhone. 4S. Что-то непонятное для расчленения айфонов, скорее всего, что-то. Так. Здесь у нас телефоны, ни хрена себе. Вау, спасибище огромное за мобильники, с виду целые. Это у нас HTC, а это у нас Sony Ericsson. Интересно, работают ли они. Так, как тебе включать, не пойму. А сверху. Так, нифига, мартевший. Так, а вот этот. О, вау, включился! Ух ты! Сейчас посмотрим, загрузится ли он. Похож на Nokia QWERTY HA200. Ух ты, загрузился! Ну, то есть почти загрузился. Так, спасибище за такие подарки. Нет сим-карты. О, загрузился. Рабочий, значит, телефон. Так, на аккумулятор жалуется. Интересный такой довольно телефончик. Вот такой. Ну, может, он имеет какие-то, конечно. А, аккумулятор, все. Может, имеет какие-то неполадки, но со связью, может, с динамиком. Но так он, в принципе, исправный. Что очень даже круто. Хорошая вещь. Так. И это что у нас? Еще один мобильник. Ух ты! Вау! Помните, у меня такой был в 2012 году. Да, был у меня такой. X800. Да? Должен быть X800. А где у него эта надпись? Что-то я не вижу. О, тоже включился. Круто. Сейчас посмотрим, загрузится ли он. Он, конечно же, довольно тормозной. Даже тогда уже был тормозной, когда я находил такой в 2012 году. Так, ну. Нажму на паузу, подождем, когда загрузится. Во, загрузился. Что-то вибрирует. Наверное, опять
Аккумулятор разряжен, да. Но загрузился. Все, в принципе, открывается. Скорее всего, он тоже рабочий. Но ничего мы тут сейчас сделать не сможем, что аккумулятор уже полностью сдох. Так, камеру посмотрим. Включается, она, конечно, заляпана. О, тормозит. Но камера у нас работает. Ну что, получилось сохранение. Получилось, в принципе, работает. Но телефон уже такой помусоленный. Ясное дело. Ему уже много лет. Вот такой вот Glowflash X800. Тоже спасибо. Рабочий телефон. Так, что у нас здесь остается? Опять аккумулятор от айфона. Так, вроде как от айфона. Это что? Ух ты, для айфона, смотрите-ка. Задние крышки для айфона. Пригодятся. Может, найду разбитый. Так, здесь у нас, кажется, два айфона лежат. Два айфона. Два четвертых айфона, да? Так. Опа. А это у нас не целый айфон, это у нас, кажется, корпус. Корпус. Да, корпус с крышкой. Крышка целая. Там какие-то шлейфы. В принципе, четвертый айфон уже выкидывать, ясное дело, начали. Возможно, понадобится. Так, и вот такой вот айфончик. Желтенький. Это 4S, наверное. Но, как я вижу, он тоже у нас внутри ничего не имеет. Кроме некоторых шлейфов. Так, в принципе, вот это можно пересадить на свой iPhone. И будет такой довольно прикольный, интересный желтый iPhone. Довольно круто. Так, тоже спасибо за такое. Запчасти всегда пригодятся. Вот. Так, что здесь у нас остается? Такое. Еще какие-то у нас запчасти. Тоже от айфонов, тоже от четвертых. Да, тоже корпуса, какой-то аккумулятор. Вот этот, смотрите, совсем целый. Ну, кажется, не оригинальный. Но без каких-либо повреждений. Но, конечно, менять весь корпус — это геморрой. Все выкручивать. Так, тоже спасибо за это. Так, ну и вот такие две папки остались. Есть какие-то инструменты для разборки всякой техники. Так, две вот такие папки. Что здесь у нас такое? Опа, планшетец. Планшетец. ViewSonic. Интересно. Эта фирма у нас делает мониторы, а на этот раз у нас сделала планшетик. Так, его открывали. Открывали. Значит, что-то с ним не то. Будем пробовать включать. О! Нифига себе! Вы это слышали? Вау! Включился! Огромное спасибище за такой планшетик. Сейчас посмотрим, загрузится ли. Да, долго, конечно, но 2011 год. О, посмотрите, как красиво здесь. Все цвета радуги. О, пошустрее пошел. О, все, запустился. Сим-карта. Нет сим-карты. Ну да. Это как бы смартфон. Нифига себе. Так, Wi-Fi есть. Wi-Fi подключили. Так, теперь посмотрим. Опа! Блин, аккумулятор сдох. Ну, ё-моё. YouTube хотели проверить. Так, не успели ничего сделать, как сдох аккумулятор. Заново сейчас включаем. И попробуем хоть Wi-Fi посмотреть, есть ли. Да, Wi-Fi есть, сейчас подключится. И попробуем хотя бы YouTube проверить.
Все довольно шустро работает. Так, YouTube. Опа, открылось. Так, открылось. Так, видео-то у нас пошло, но звука нету, звука нету. А у нас не работает громкость. Прибавление звука. Минус есть, а плюс нет. Вот такая здесь причина. Поломка, да, ничего не действует. В чем там дело, неизвестно. Так он, в принципе, быстро перематывает, не тормозит. Качество экрана так, конечно, среднее. Все-таки ему 6 лет. Ну так. Для подарка довольно круто. Огромное спасибо за такой планшет. За два таких планшета. Сейчас мы второй проверим. Так, смотрите, быстро все делается. Так что довольно очень круто. Так. Выключаем. Вот даже как iPhone щелкнул. Отрубаем. Аккумулятор держит. Так, аккумулятор кое-как пока держит. Так, давайте попробуем второй. Второй у нас вообще не включается. Подключим и подождем. Нет, этот у нас вообще даже не заряжается или не работает. Ничего с ним не происходит. Лежит уже очень долго. Признаков жизни не подает. Но из двух один-то сделать, думаю, можно. Только вот как они разбираются, почему здесь так все наковырено и не сходится. То есть разобрать, думаю, будет сложновато. Чтобы из этого вот этой громкости поставить туда. Если дело именно в кнопках, а не в чем-то там другом. Ну, все равно круто, два планшета. Так, в принципе, все мы проверили. Остался у нас еще Sony Ericsson. Давайте-ка его сейчас проверим. Так, вот этот Sony Ericsson, подзарядили аккумулятор. Он у нас не включался. Опа, включился! Ну, здесь у нас дефект дисплея. Не знаю, какого он года. Ничего сделать нельзя, установить сим-карту. А так, рабочий, ну, чуть-чуть дисплей треснут. Такой вот мобильник. Ну, ему уже, наверное, лет 10 есть. Все, у нас подарки от подписчика кончились. Огромное спасибо за данные штуки. Огромное еще раз спасибо. Все, ждите следующих видео. Всем пока!